В Таразе задержаны двое молодых людей, устроивших пальбу на свадьбе. По данным полиции, участники кортежа произвели несколько выстрелов в воздух и скрылись с места преступления. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения на мосту Тек-Турмас. Задержать злоумышленников не составило большого труда. Как выяснилось, одному из стрелявших было 19, его товарищу 20 лет. Оба дали признательные показания и сейчас водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. В тот же день был произведен обыск по месту жительства 20-летнему правонарушителю, у которого был обнаружен и изъят автомат марки ЧЗ-858 с одним магазином без патронов. В ходе проверки установлено, что данное оружие зарегистрировано на его отца. Данный факт зарегистрирован РДР.